Ну вот мы прибыли в Волжские термы. По возможности все расскажем, все покажем. Центральный вход. Мы находимся внутри уже Волжских терм. Здесь вот находятся детские зоны. А там находятся уже бассейны поглубже. И, собственно, уличная зона. Вот кафе. Вот план территории. Сейчас сходим на улицу. Ну, как и говорили, выходим, посмотрим, что снаружи. Сегодня солнечный будний день. Народу порядка 300 человек. Сейчас в комплексе находится общая вместимость около 1000 человек. Это уличная зона. Все это находится в городе Новокуйбышевск. Здесь вот такие зоны с лежачками. Здесь теннисные столы. Пойдем смотреть дальше, что есть еще интересного здесь. Но что можно сказать? Сейчас середина мая. Здесь вода градусов под 30, очень тепло. Вы как будто попадаете прямиком в лето. Это Волжские термы в городе Новокуйбышевск. Всем welcome. Если будете в Самарской области, набирайте Волжские термы и попадете сюда. Вкратце расскажу, что здесь еще есть. Здесь есть и массажный кабинет, и парная. Массажные кабинеты, комната отдыха, пускай помывочная. Детская сауна даже есть, смотрите. Грот впечатлений какой-то. Хамам. И помимо бассейнов есть еще можжевельная сауна и парная «Жигулевские луга». И кафе также есть, где можно поесть. Да вот она, кстати, находится прямо сзади меня. Здесь еда на всякий вкус и цвет. Ну а это детская зона, я уже ее показывал. Здесь бассейн чуть побольше. А вон там вон выход на улицу, подплывая вот под этой штукой, когда здесь зима. Итак, температура воды 35 градусов, температура воздуха тоже 35 градусов. Очень комфортная температура. Очень классно сегодня, народу мало. Приезжайте так, чтобы посреди недели, чтобы не попасть в биток. Здесь вот находится сауна «Можжевеловая» и сауна «Жигулевские леса». А здесь вот находятся рыбки, которые объедают ваши ножки. Ну а здесь выход на улицу. Выход к уличным бассейнам. Вот они. Сегодня отличная погода. Несмотря на то, что сейчас всего середина мая. Температура воды 35 градусов. Температура воздуха внутри 35. Снаружи, ну, где-то градусов 30 сегодня. Класс. Фудкорт, конечно, немножко дороговат. Получается котлетка, два картофель фри, две сосиски, один компот и два кусочка пиццы. Выходит на 1200 рублей, 1261 рубль. Не знаю, мне кажется, за такое дороговато. Не думайте сами, а жрать охота. Вот зашел в сауну. Как она называется? Можжевеловые. Жигулевские луга называется. Все, в данный момент тут никого.
такая приемлемая температура. Как раз не люблю, когда баня слишком жаркая. А здесь прям прикольно. И можно видеть вот народ, который там тусуется на улице. Сегодня будний день, поэтому смотрите, сколько свободных лежаков. Это галечный пляж называется. Второй уровень. Мы были вот здесь, вот сейчас и внутри, вон там он. Здесь вот стоит, видимо, он зимой работает, этот чан. Вип-зона вот. И еще есть еще четвертый вон уровень. Так что посмотреть. Здесь много интересного есть чего. А внутри много всяких парных, саун и так далее. Чаек травяной. Тоже входящий в стоимость посещения. Все это внутри. В общем, интересная локация, друзья. Рекомендую 100% посещению.